Опять этот шум. У соседа каждую ночь какая-то дискотека. Даже беруши не помогают. А уже, между прочим, 12:30, и мне завтра на работу. Имею я, в конце концов, право выспаться или нет? Если в ночное время кто-то шумит, громко слушает музыку, то необходимо обращаться в органы внутренних дел для того, чтобы принимались меры в отношении этих лиц, как нарушающих покой граждан, проживающих в ночное время. Мне уже давно хочется, чтобы моего соседа оштрафовали. Может быть, это его остановит. Но что конкретно он нарушает? Какой закон? Право на тишину и отдых в ночное время, как правило, законами субъектов Федерации об административных правонарушениях предусмотрены соответствующие санкции. В Санкт-Петербурге это закон об административных правонарушениях Санкт-Петербурга. Статьей 8 этого закона предусмотрена административная ответственность за громкое прослушивание музыкальных, например, произведений. Отлично, вот он закон. Штраф от 500 до 4000 рублей. Прекрасно. А ночь с точки зрения закона – это со скольки до скольки? В Санкт-Петербурге ночным временем считается время в период с 23:00 до 7 утра. Ну что ж, будем звонить в полицию. Алло, здравствуйте. Вы могли бы принять меры? У меня сосед каждую ночь очень громко слушает музыку. Ну, замечательно. Приедет участковый или наряд полиции. И что они сделают? Принять необходимые меры, составить протокол административный, пресечь, во-первых, противоправные действия и наложить административную ответственность на виновных лиц. Кто там? Полиция, открывайте. Здрасте, а что случилось? Доброй ночи. О, шумно у вас. Да. Ребят, можно чуть-чуть потише? Соседи жалуются. Ну что ж, надеюсь, хоть недельку дома будет тихо. Внимательно читайте законы, и тогда вы будете не только высыпаться, но и чаще говорить «право имею».